силовой путь. Это путь к девочке-кукле и путь к мальчику-насильнику, насильщику, пардон. И, к сожалению, некоторые мальчики, допустим, если им даже не рассказывают о том, что мы адаптируемся как-то, они просто тупо берем и носим, они всех будут носить. К сожалению, вот это грубое взаимодействие может их сделать настолько грубыми, что они не будут чувствовать, а приятно девочке или нет в этот момент. Ему какая разница, там груз 50 килограмм или там 60, а сказать, он взял и потащил. У него на сегодня план на вечеринку сделать саиду, сделать там виргулу, сделать три поворота и так далее. Если все-таки аналитическое мышление доминирует, то и на данном уровне есть способы ослабить вмешательство ума в конструировании танца. Если дама протанцевала весь миллион движений, она успокаивается и напряжение спадает. То есть возникает доверие к своему телу, появляется автопилот, проявляется мышечная память благодаря хорошей практике сольного танца на зеркало. И еще один момент. Если дама начинает кайфовать от музыки, то она отвлекается и ей просто некогда анализировать.